пассивная, потому что у них там атакующая группа. Югума будет, да? Да, Югума у вас. Так, товарищи свинцоводы, мы сейчас что делаем? Врываемся на С. Да, да. Светим, сразу снимаем первого эсминца. Ну, Шима. А дальше во вход. Сейчас я загружусь. Погоди, у нас вот это. Мы с тобой берем точку. Полуслепой какой-то, без ничего, тут ты грузишься все еще. Веселый вечер у нас. Так, и у меня что-то вот в таких боях, я через 10 секунд после начала боя только. Все, короче, я привезу. Как Макс? Боец стал, что ли? Я-то? Роман, ты. Скажите своему ангелу, чтоб на А не летал, а? А ты своему скажи, чтобы на С не летал. А его там и нет. А, нет, он там уже, да-да-да. Вон вампирчик у нас, все положено, блядь. А вон он, ну, шлифак у нас. Да, а здесь остальные пацаны в засаде, блядь. Пока. Я учусь. Вот чё этот пёс будет? У нас будет? Шима, да? Да, у нас Шима. Он не пойдет. Меня сейчас самолетики выведут. Пес мимо нас проскочил. Это кто у нас? Дрейк? Дрейк. Дрейк. Дрейк, скотина, у меня стреляет. Ну конечно, ты же светишься. О, так у нас гость. Да, сейчас я его свет. Только не у кого просить. Блять, и ты всплыл еще. Видишь его, Саныч? Да не нет, не вижу. Ну, в смысле, вижу, но не вижу. Он дымает. Понял, Андрюха? Да, да. Оп, твою мать. Тебе же насрать. Блядь. Он отходит. Да и хорошее начало боя. По-моему, этот в прошлом бою был чувак. Шим у вас там где? А, вот. А это что за две торпедки? Дрейк. Дрейк. А вот и Леон. Где Шим это у них? Вот хер знает. Вот он. Что торпеды. Ну вот это Шима. О, бля. А почему один пуск? Не знаю. Дрейк наглый такой на нас идет. Угу, давай. Блять, ты серьезно? Я не заметил, пардон. Дрейк гапнул, если что. Да, да, я вижу. Дрейка я вижу, тебя не видел. Ты маленький такой, подкрался со спины. Ай-яй-яй, как он необычно выскочил, а? Да, Шима, наверное, за углом стоит. Нифига тебя бомбет-то как. Светись. Ну, у меня тут этот югумчик выскочил неожиданно. Да, неплохо было бы подсветить немного этого. Я подсвечу, подсвечу. Сейчас угу, спасибо. Я, наверное, не попал ничем. А, ну вот они гоняют от моих торпед. Опси, докси, жопендель. Давай еще пожар. Парочку. Давайте, 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 надо додавить его. Додавили, спасибо. Я могу пострелять, в общем. Не надо. Не-не-не. Я доем. Там кто-то упорно пуляет этим. К нам гости. Ну, затопка готова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, вот это я поиграл. Чего такое? Торпеды же я не да. Охренеть. Почему так много? А кто потому за... Что... А, Шима, потому что. Да. А со спины так, это ну что, пошел я подтопить этого. У меня 16 секунд. И он откручивается, только... За остров уходит. Там продавили тот фланг у нас. Да у вас этого фланга нету уже. Будем корректны. Сука.
На перископ уйди и разверни. Дим, может ты не будешь подставляться с такой дистанции? Или ты не подставляешься? Я про бомберов. Хотя мои не догонят, я думаю. Сейчас я откинусь и пойду туда. В смысле, откидаюсь торпедами. Ну идет за остров. Торпеды прямо по курсу. Эти самолетики летят. Не могу выйти на эту. Все, я пошел. Вон Шимка. Блять, он отвертится от моих торпед. Угу. Я два пуска в шину сделал. Рей, ты чё? Вот это обидно. Датару, Серега, забери, если ты у тебя на нее сводится. Не-не, я его не достаю. Опа. Торпедки пошли. Торпеды прямо по курсу. Сейчас я обойду Кирилл. Пол лица оторвало, чьи торпеды шимишь? Да хер их поймешь, чья они. Сушка не загорелся. Скорее всего. Пипец, у меня вообще урона нет. Да его ни у кого нету. О, доберу. Угу. Не, ни хера не я. Блять, в конце попал ли? Угу. Они у нас тырят нашу точку. Угу. Три тысячи урона, блядь, они вот как то. 3800. Я 22 накидать успел. О, двойной удар, нихера себе паренек там бахнул. Саныч боевой разведчик. Да, они такие, Саныч. Это да. О, а так ты подгрызенный, я если что тебе всеку. Ты доплюнь до него сначала. Так я подъеду. О, все, смотри, он супер разобрал. Нифига ты, Шима все там же. Ты бы вот Шиму подъехал, убил. Так. А, ну понятно. Серега, не упарывайся в ту сторону, нам этой точки достаточно будет. Вон сейчас эти за островами разворачивайся, уходи. Или по этому Монтане, ну блять, за островами как-то не, разворачивайся, блядь. Ага, зря это делаешь. Нормально, почему? Нормально, он пикирует на нас. Ну, угу. Просто ты один останешься без поддержки. Он на тебя, Саныч, пикирует с кормы. Молодец, молодец. Больше. Да, он уже. О, да, да, видишь Саныча, видишь Саныча? О, сейчас мы его бахнем, давай. Давайте, давай. Вот давайте, я его свечу. Вижу. Блять, вот юмористы нравится мне эти юмористы, блин. О, Серега-то огребает. Беда-то Серега, какая. Да, да, Серега, да. Опс, вот это существенный минус, блядь. Спору нет. Блять, проигрыш. Не взять мне тут 2600. Да блин, вот эта карта именно тут
с этой стороны, точка С, тут острова, и петля в них, ни торпеды не прокинуть, ни хрена не сделать. С той-то стороны, вон, вода, можно смело выбирать, разбирать. А здесь... О, Североморск поднял этих топ-мощных. Угу. Шимка. Да Шимка все там же он. Ромыч. Да. Да. Смотри, обзор это за Монтаной и будет супер корабль. Ух ты, ты че? Не, это какая? Североморск так бахнул? Да, да, да. Да, нет. Это Шима его бахнула. Торпеды. Отлично уже. Ну что, остался самый главный, где он? Самый везучий. Ну, самый продвинутый, там скилловый, назовите как хотите. Блять, что подлагивает? Ты что? Ты что? У тебя торпеда одна с носа прошла, одна с этого. Кормы. Прям он поместил. Вон он, красавчик. Вот он. Все отлично у нас. Кстати, я раза два играл против Североморска, блять, против него очень тяжело играть. Смотри, на чем. У него самолет бить на подводке. Надо посмотреть его характеристики, может, правда его взять. К сожалению. Там еще вот ты выкладывал. А, ну я на эсминце был, да. Я его убивал, Североморск. Ну, я последнее время играю. Ты, сука, что ты под нос? Взял меня, обогнал, под носом крутится, блядь. Я последнее время только на эсминцах играю, блядь. Вот не помню, на чем все-таки я конкретно был, но очень тяжко получилось. Да ты выкладывал реплей, где да, я на вампире был с этим с Максом и с Володей, по-моему. Они на Петропавловске и что-то подобном еще там. Где да, они там да. На точке А. Да, да, вот, да, я да, там да. Ни хрена он. Североморск там накидал. Смотрите. Вот это да.